Всем привет, ребят. Ну что, решил сегодня по многим многочисленным просьбам записать вам видосик по поводу Анубиса с выживанием. Я уже вам показывал, что лучше всего ставить выживание рунами. Вариант есть поставить выживание. Ну, конечно, у многих рун нету, особенно без донатов, но талантик может быть. Поэтому такой вариант более, скажем так, общедоступный. Воодушевление, по сути, уже на нем не актуально, как и на многих героях, потому что оно рунами на донатных аккаунтах собрано. Вот так. Мы сделали выживание 8-8. Восстанавливает 1700 от атаки на 3 секунды, получает иммунитет к урону от атак. Даун 7,5. Что рунами ставить? Давайте попробуем вариант. Я не хочу собирать ему там вариант максимально атакующий. Я попробую ему со священным огнем сборку. Сейчас я гляну, что у меня тут по рунам творится. По-моему, у меня сотни это было. А если не было, сейчас сделаем. Священного огня. Сейчас поснимаем. Семерки везде. Делаем так вот, восьмерочку. То есть такой вариант попробуем. По идее, он будет максимально таким оптимальным. Можно попробовать с уроном, но я не знаю. Варианты разные есть, мы попробуем именно такой. То есть деф жизнь. Так, где там у нас священный? Здоровье плюс 65 уменьшает получаемый урон на 50. У меня стоит также победный, еще отражалка будет давать понижение. Поставим ангела. Он у меня собран на уклонение плюс крит. 12-12, то есть у него базовые статки тоже неплохие. Так, давайте сейчас его выставим на таблеточку и пойдем потестируем по локациям, посмотрим. Плюс у него ожива встроенная, то есть вариант как бы оптимальный будет, я думаю, для по локации в роли танка. Поехали, посмотрим сначала на рейда. Ну, в рейдах тут его, конечно, будут считать. Первые 3 секунды. Ну, посмотрим, что он сможет сделать. Так, вот как раз нормальная более-менее раста. Ну, смотрится он довольно-таки неплохо. Вот смотрите, 350 тысяч сразу же восстановление у нас идет, отлично. Но Бигфут и Анубис с 11-ми не могут его слить, как видите. Вот нули проскакивают. Конечно, у меня еще и смотритель есть, который дополнительно отхиливает. Тут мне нравится. Конечно, у него сейчас урона не особо много, потому что он у нас не атакующий сборки, но интересно, сможет их затащить или нет. Но такого плюс бороться, ну, этого слила. Ну, Биса я не знаю, сольет, не сольет. Там у нас еще ворожей есть. Но ворожей дает подхил. Если был бы доспех, то, в принципе, мы быстрее снесли. Давайте еще поищем. Варианты разные. Ну, с ангелом, как бы, можно потестировать будет слоника. Ну, питомцев уже рандомно. Мы смотрим, что же, как против Рэя. Держится. Довольно-таки, я вам скажу, неплохо держится.
как вариант неплохо. Мне, честно говоря, нравится. Просто на PvP-локациях такого использовать, ну не знаю, субботнего толку не будет. Он урона не дает. Единственное, как сдерживать вражеские герои, и то... Не знаю, в общем, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Так вроде и неплохо держится. Рун держит. Смотрите, уже больше минуты продержались против. Еще. Рэй 11, стрелок, ворожей, некрас. Ну, я считаю, довольно-таки неплохо держится такая сборка. Вот, 1,5 минуты против толпы. Отлично. Так, ну идем на подземки, посмотрим, что в подземках у нас. Давайте так, кошмарка. Сразу же 7-10. Ну, просто чисто его так выбросим. Посмотрим, что же здесь будет у нас. Держится. На малышах, никах и на прочих держится пока. Так, раз его слили. Ну, видите, он урон не наносит. Но 15 секунд выстоял. Даже больше, наверное, 30 секунд выстоит. Неплохо. Интересно. Смотрите, 40 секунд. Возьмем нашу новую тетушку. Кстати, она тоже офигенно дамажит. Ну, видите, да, разницу. Насколько ее быстрее сливают. Так, хорошо. Поехали дальше, поехали на арене. Я на арене, конечно, все время забываю выставить. Да, мы сейчас даже не в топе. Да, у нас вариант священная уня, показывал его. Ну, такой специфический вариант, конечно. Пусть уже добьет и поставим сюда Анубиса, там как раз противник сменится. Ну, не знаю. Анубис сам по себе очень интересный герой, но есть очень много но, и он на сегодня не такой востребованный, каким был раньше. Конечно, на любом аккаунте он будет кайфовый, но я считаю, что лучше сделать сборку с бастом, поставить рунами, например, выживание. Это будет то же самое, в принципе. Плюс у вас будет. Хотя можно и сюда баст поставить рунами, будет то же самое. То есть варианты, просто такой вариант, он более, скажем так, реальный для бездонатов. Так. Ну, надеюсь, нам кто-то попадется. Стыковка, кстати, интересно будет, только чтобы он их не ушатал. А тут они все мелкие, но... Посмотрим сейчас на урон и перейдем на нижнюю дорожку. Ну, такое себе по урону, как видите, особо, чтобы он там шатал, я бы не сказал. Конечно, по нему урон нифига не проходит. Если на него поставить еще корку, смотрите, то вариант неплохой, думаю, будет с коркой. Нужно будет тоже потестить. Ну, череп, видите, да? Какой у черепа отхил. Он черепа не убьет никак. Если бы у меня был...
единорог, то в принципе бы сняли баф, черепа бы слили быстренько, а так вообще без варианты. Ничего себе, видели? Ара выжил еще и молчанку наложил. Так, ну тут что-то уже поинтересней. Так, надеюсь, он где-то по центру будет против Фрея. Отлично. Фрея, стрелок, куча героев. Смотрим. Ну что я могу вам сказать? Интересный вариант. Посмотрите. Фрея урона за священного огня мало дает. Плюс у нас еще слон. Ой, я говорю слон, ангел. Неплохо. Очень даже неплохо. Череп без отхила, плюс там Анубис есть, тоже вторая эволюция. Ну, Фрея, как видите, слабенькая, конечно же, оказалась. А, Анубис там первая эва. Да я просчитался. Ну, так вроде и неплохо. Давайте посмотрим на этого Скорча. Ну, я ожидал большего, конечно же, ну, видите. Тут тоже герои без эволюции. Ладно, арена-то такое, поехали в экспедиции глянем. Еще такой вариант, его неплохо будет смотреться, такого Анубиса на древнем. Надо, кстати, будет заняться древним и дальше начать проходить. Так, смотрим на экспедиции, что он покажет. Ну, первые 3 секунды, потом его шатают, потом обратно же он вот как сейчас неуязвим. Возможно, доспех был бы даже получше, потому что он подбегает вплотную, и доспех бы урон наносил еще дополнительно. Вот этих 15%. Так, ну, слили. Видите, сразу же резнулся. Думаю, с коркой был бы вариант получше. Убить не могут. Давайте попробуем такой же вариант. Точнее, его же, только поставим сейчас сюда корку. Если, конечно, у нас там ничего не поменяется. Это у меня корка была. Делаем 6-ю курку. Не хочу пока делать, надо будет курки набрать больше, тогда будем менять. Так, энергию на 60 у троих противников. Ну, поехали, посмотрим такой вариант. У нас меньше будет жизни, да, похоже будет, но посмотрим, как они будут заряжаться. Так, экспедиция. По идее, сейчас будет очень интересно. Они не должны, ну, урон, конечно, по нем проходит, если видите. Но посмотрите, насколько разница. Вот вам корка. Он просто не дает им всем заряжаться одновременно, соответственно, урона по нему не так проходит много, как было раньше. Такой вариант, я думаю, очень интересный будет. По сути, 3 секунды этих плюс отхил, они нас как раз таки и спасают. 350к отхила. Либо же поставить восьмерку, ну это для доната рунами, и прокачать орку на максималку. Ну вот смотрите, что у нас получается. Они его даже ни разу не слили, а он их посливал уже. Ну конечно, Рина его, наверное, не убьет. Но там Бигфута одержимого должен вынести.
Ну, такой вариант с коркой на PvP, в принципе, неплохо будет смотреться. В общем, вот так вот. Мне нравится. Не знаю, как вам, но такой шанс имеет право на жизнь. Так. Нубиса даже вынесет. Ну давай, Бигфута вынесешь. Ну все, тут Рину он, конечно, не вынесет, но сейчас поможем ему девочкой. Хоть она не домашний вариант, но 50% помогла набрать. Давайте еще посмотрим какую-то пачку. Вот с Афинкой, кстати, тоже интересно посмотреть. Вот смотрите, урон Афина бьет нули. Сейчас она будет уже, конечно, дамажить получше. Плюс Фрея. Вот такой вот вариант плюс Фрея. Ну, посмотрим, что Фрея сможет сделать. Держится. Ну, против Фрейя, конечно, тут. Но остальных всех ушатал. Фрейя убить его не может. Плюс еще хранитель включился все равно. Странная Фрейя там. Ну, вроде вторая эволюция, 11-й скилл. Не знаю, что там талантом, но странно очень. До свидания, Фрей. Остался только хранитель. Странно. Жестко как-то. Ну вот как вариант для бездоната, я вам скажу, неплохо будет сделать такую сборку. Выживание, думаю, у многих уже было или есть. Конечно, он не будет максимально дамага наносить, но он портить будет очень прилично нервы другим. Видите, Бигфута он не убьет никак. Но Фрейю утащил. Странно очень. Так, что тут у нас? Тут у нас какие-то слабенькие. Ну, давайте тут Афина есть. Выпускаем. Где-то тотем должен быть. Корка смотрится офигенно на нем, плюс выживание. Мне нравится. Посмотрите, он не дает им зарядиться полностью, соответственно. Вот хранитель включился. Афина не успевает. Отлично. Мне нравится. Сколько дамага Миса и Нали. Отлично. Конечно, он их тоже убить не может. Наконец-то они его слили хотя бы один раз. Ну, оно без коркой, как и был раньше, им бы он так и остался. Так, давайте еще посмотрим. Кого-то попробуем найти. Ну, то есть, такие варианты вполне неплохо смотрятся. Давайте, тут, кстати, стрелок есть. Тут должны уже его ушатать, я надеюсь. Живучий он, что я мог вам сказать. Вот первый раз слили. Дамага, конечно, нет. Но он не дает заряжаться очень прилично, плюс держит урон.
Вот, отлично, есть еще и Некрос. Let's go. Рая, ну тут уже должны ушатать по-любому. Жесть, короче. Кстати, такой вот вариант будет неплохо сливать юнитом на битве гильдии. Ставите ему ремочку. Его не будут в первые секунды сливать. Ну, тут шатает, тут вопросов нет. Да, слили. Так, ну давайте такой же вариант. Идем в забытую, еще сбегаем. Посмотрим тут. Посмотрим тут, что он сможет сделать. Ну, давайте какой-то череп есть, попробуем. Как-то он легко с ними справился. Так, что там у нас, череп и гаргул. Череп с отхилом, не знаю, ничего у нас тут не получится. С черепом мы не успеем снять баф, хотя вариант, конечно, есть, что череп будет бить и не будет успевать заряжаться, но очень он маленький. Ну, смотрим. Видите, не вариант. Но опять же, пачка не особо. У противника топовая. Тут было бы поинтереснее на это посмотреть. Ну вот так вот. Держится, а ему ничего сделать не могут. Что я могу вам сказать? Вот вам Анубис. Интересная сборка. Очень даже интересная. Может, и есть смысл. У него куча. У него ожива есть. Но можно поставить и рунами, прокачать ему там какой-то домашний вариант. Рунами поставить, но это для доната, опять же, у кого нету таких рун, он ничего не сделает. Для бездона такой вот вариант вообще оптимальный по мне. Если подземки тем более прошел. Прокачанные рефера, в принципе, ему урону особо-то и не надо. Но все равно процентуальное значение идет. ХП. Так. Ну, 3 секунды. Смотрите, ему получается урон не могут нанести, и сразу же выбирается вся энергия, если он будет стоять именно первым. Может, в этом и есть плюс. Еще против Рэя посмотрим. Рэя со второй эволюции. Да ладно. Вот так вот, ребят. Вот вам хороший Анубис. Четкий. Мне нравится.
Не знаю, как вам, но мне лично нравится Фрайку ушатал. Ну, Ронин тут, конечно. Вот так вот. Интересный вариант. Интересный. В общем, вот так. Такой вот обзорчик, такой вот у нас получился герой. Как по мне, герой действительно интересный. Орка плюс выживание смотрится довольно-таки неплохо. Посмотрим, возможно, попробуем сделать ему, ну, я не знаю, нету смысла, наверное, ему делать девяточку. Оно того, честно говоря, не стоит. Ну, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.